Дорогие зрители, добрый день! Сегодня мы вновь, как и всегда, на нашем канале говорим о звездах и о судьбах популярных людей, которые прервались так внезапно. К огромному сожалению, новая потеря в мире российского шоу-бизнеса, сцены и театра пришла внезапно. Совсем недавно стало известно об уходе еще одной выдающейся российской актрисы, женщины, которая всю свою жизнь прослужила в кино и театре, играла сотни ролей и запомнилась коллегам и поклонникам своими яркими персонажами. К огромному сожалению, ушла Наталья Назарова. Весть об уходе артистки рассказали в Союзе кинематографистов ее коллеги, которые теперь вспоминают и выдающийся талант, и огромную душу этого человека. Ведь известно, что до последнего Наталья была полна творческих планов и хотела воплотить еще так многое на сцене. И вот, к сожалению, сегодня с ней прощаются все. Она была известна по таким картинам, как «Молодая жена», «Последний побег», «Старый Новый год», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и еще по множеству других ярких ролей. Мы вынуждены принести свои соболезнования на этом канале. Каждый день рассказываем о судьбах звезд. Не забывайте о подписке и берегите себя.